В дебатах рождается истина, считают участники предварительного голосования «Единой России». Такие встречи будущих кандидатов на выборы в областную и государственную думы являются обязательным этапом праймерис, которые состоятся 22 мая. На дебатах претенденты, зарегистрировавшиеся для участия в предварительном голосовании, делятся своей точкой зрения на остросоциальные проблемы, отвечают на вопросы жителей. В Щелковском районе череда мероприятий стартовала еще в начале апреля. Тема очередной встречи стала «Ни много ни мало» сбережение нации, образование, здравоохранение, социальная политика. Свой взгляд на то, что было сделано и над чем еще предстоит поработать, представили претенденты на выборы в Госдуму. Рад, что именно сегодня мы обсуждаем такую актуальную тему, как сбережение нации, потому что без развития сферы образования, культуры, детства невозможно подготовить ни квалифицированные кадры, ни построить предприятия, ни развивать науку, ничего невозможно сделать. Отрадно отметить, что за последние 3 года много сделано в сфере образования Московской области. Построено 55 школ, 317 детских садов. К 1 сентября 2016 года будет открыто еще 24 детских сада. На 11 тысяч человек сократилась вторая смена. Участие во встрече приняли 6 кандидатов, зарегистрировавшихся на будущих праймерис, в том числе и действующие депутаты Государственной Думы, округа Лосино-Петровский, жители Ивантеевки, Черноголовки и Ногинска. Каждый обозначил свои приоритеты в развитии социальной политики. На мой взгляд, государство должно обратить особое внимание на детей с ограниченными возможностями здоровья. Увы, здоровье детей с каждым годом в наших учебных заведениях становится все меньше. И благодаря особой политике государства и действиям правительства Москвы и Московской области в стране развивается инклюзивное образование. Действующий депутат Государственной Думы Владимир Кононов лично принимал участие в создании порядка 30 законов и поправок, в том числе касающихся социальной политики населения. Является заместителем председателя Комитета Госдумы по науке и наукоемким технологиям. Считает, что в совершенствовании здравоохранения и образования научный прогресс и создание высокотехнологичных рабочих мест также играют большую роль. Я бы участвовал на самом последнем, правда, этапе, потому что этим уже занимаюсь больше года, по открытию Фрязино особой экономической зоны «Исток». 31 декабря Медведев подписал постановление, это был очень сильный такой подарок фрязинцам. Развитие и внедрение наукоемких технологий, то есть вопросы производства, значит, это, конечно, вопросы здоровья, здравоохранения. И третье – это рабочие места. В целом и жители, и участники будущих праймерис отметили, что дебаты по теме сбережения нации прошли действительно плодотворно. Я считаю, что дебаты прошли сегодня очень хорошо и очень достойно. Мы все очень переживали, я лично очень переживала по поводу участия в этих дебатах. Вопросы задавались и неожиданные, и такие, на которые можно было легко ответить. Тема, которая была сегодня обсуждена, достаточно актуальная. Были серьезные, вынесены предложения по решению ряда проблем. Считаю, что кандидаты выглядели достойно. И я, как человек, присутствующий в зале, задавал вопросы непосредственно кандидатам, которые участвовали, и получал на них прямые ответы по поводу развития наукоградов в нашем регионе. Предварительное голосование пройдет по всей стране 22 мая. В этот раз участие в нем сможет принять каждый желающий, поддержав кандидатов, которые, на его взгляд, должны быть выдвинуты на выборы в Московскую областную и Государственную думы. Александр Гранич, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».